О, смотрите, у меня новое достижение, жопа. Я могу собой гордиться просто по жизни. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. И как-то так получилось, что я на своем канале так и не прошел полную версию Trollface Quest Video Games. И что-то мне захотелось это, честно говоря, сделать. Да, я раньше не умел работать с симуляторами игр под Android. Теперь умею, теперь могу. Теперь у меня будет не только короткая PC-версия, но и все уровни, которые есть в этой игре. Надо отметить, что да, игре уже больше года, наверное, или около того. Но это я как бы. Если вы подписчик моего канала, вы знаете, что умею, могу и практикую проходить игры спустя хренову тучу времени после того, как они вышли. Давайте посмотрим, во-первых, оценим масштабы всего этого действия, которое нам предстоит. 10 пауков, чтобы разблокировать, 10 троллеймонов, чтобы разблокировать, скачай еще игру, но это всегда успеем, и 300 тысяч очков тоже, чтобы разблокировать вот этот бонус уровень. Окей, есть чем заняться определенно здесь. Ну давайте начнем играть, значит, троллеймоны и пауки, ну и очки. Окей, значит, смотрим. Что-то мы тут видим, троллеймона, паука какого-нибудь, я не вижу абсолютно ничего. Я вижу только, да, пародия на Angry Birds. Вот птичка, а вот хрюшка. Естественно, если мы нажимаем на хрюшку, то, наверное, ничего не произойдет. Да, да. Значит, подсказки даются. Вот, пожалуйста, 5 подсказок. Я вот не помню, они на всю игру или как. Вот это вот, смотрите, подпилить может можно. Черт, а очки-то случайно не за клики? Нет, тут вроде клики вообще не считают. Тут вроде клики вообще не считаются. Надо отметить. Ну, значит, давайте думать. Хрюшка, подскажи, что делать. Ты понимаешь? Давайте оттянем как-то. О! Не, подождите. Во, вот так. Можно просто вытащить и что? И ну и типа вот так вот. Приятного аппетита, блин. И нажимаем, да? И теперь бздящая хрюшка, она умудрилась развалить всю конструкцию сама. И, в общем, следующий. Следующий. Здесь я никого не увидел, ни паука, ни троллеймона. Не, реально, а где хотя бы, ребят, хотя бы один паук или троллеймон где-нибудь попадутся или нет? Во, пожалуйста, смотрите. Это троллеймон? Я думал, это паук будет, ну ладно. Вот этот вот уровень, он уже был, я его помню. В старой версии игры, но я, честно говоря, не помню толком, что надо делать. Может взять вот эту... А, вот так вот, да? Да, в принципе, все получилось. Замечательно просто. Candy Trash Saga. Это пародия на какую-то игру, но на какую, я, честно говоря, затрудняюсь сказать. Я вот в такие вот игры, как правило, не играю. Давайте смотреть, здесь мы что-то можем? Да, смотрите. Ой, это кто? Это я прошел? Нифига себе, мне прет, слушайте. Это, я знаю эту игру, это Cut the Rope. Кстати, вот паук, паука забираем, зашибись. Вот этот вот, как его, покемона ловим, тоже зашибись. А тут надо перерезать веревку в этой игре, я немножко в нее играл, так, чтобы она поймала все звездочки. Если мы вот так вот это сейчас сделаем, то это, естественно, ничего хорошего. То есть он падает в унитаз, нам это не надо. Давайте как-то раскачивать. Да раскачивать, ты че ты падаешь, ты, блин. Давайте попробуем как-то, может, сами звезды к нему притянуть. Нет, это тоже не работает. Поклацать на них. Поклацать на толчок. Сюда поклацать. Сюда поклацать. Куда-нибудь поклацать. Ну, давайте воспользуемся подсказкой. А теперь... А, вот. А теперь его надо туда смыть. Вот что, оказывается... Оказывается, нам реально надо смыть его в толкан. Замечательно просто, честно говоря. Очень гуманная игра. Ну, все как обычно. Значит так, 2048. Это что за хрень-то? Типа, какая-то игра на логику у нас пародия. 2048... Стоп, 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 что-то было. Вот, что-то происходит, смотрите. А, вот, я вот так вот могу сделать. Ну и зачем? 1024, 1029. А, я не понимаю. Скажите кто-то, что я сейчас сделал? Зачем я сейчас передвинул эту цифру? Я не понимаю, что происходит. Ты кто такой? Ну ладно, окей, прошли, главное. Главное, прошли. А, это портал, это у нас пародия на портал. Это я помню... Зашибись. И давай жри. Ну, жри, что ли. А-а-а, молодец. Окей, следующий уровень. А это, кажется, Майнкрафт, если я не ошибаюсь, да? Или нет, или это не так. Тут сейчас родители какие-то его придут. Да-да-да. Короче, приходит крипер и скелет, а потом он снимает очки, и оказывается, что это его родители. Я помню, этот уровень тоже был, но я не помню, как я это делал. Клацаем на них. Нет, это не работает. На них нет, не на кого. А ну, подсказка. А, вот сейчас надо снять, вот сейчас надо снять. Да, ну ты, слушай, пацан, молодец, конечно. Это очень хорошо, когда у тебя ребенок такой, он относительно взрослый, он гадит на ковер, причем такую нехилую кучу, как просто какой-то гребаный мамонт. Это здорово, здорово быть такими родителями.
Это у нас, я так понимаю, пародия на World of Tanks. Снимай шапку. Бум-бум. Хорошо, окей. Но я нажимаю ему на гу... Хреновый компьютер, если он... Если аж от игры взорвался. Тебе надо, чувак, обновлять срочную систему, я не знаю. А что же еще мы можем предпринять? Может быть... О, да, смотрите. Так, в эту сторону. Господи! Дуло тебе, понимаешь? Хорошо, что такое не происходит, когда он смотрит некоторые другие фильмы. А то такое же точно дуло, но другое бы высунулось. Я думаю, ему бы это не понравилось. Давайте по минимуму. А этот похоже на танчики из Nintendo, мне кажется. Ну что, я так понимаю, тут у нас получилось? Мы на этом закончили? Да, и у меня, мало того, новое достижение. И вот рекламка вылезла. Следующий уровень. А это такое... Это такое что? А это что такое? Так, этого берем. Этого берем, смотрите. 4 таких, 3 таких. Замечательно. Это, наверное, Skyrim, да? Бум! Нормально, запугал несчастную курицу. Ну и что нам здесь нужно? У меня новое достижение. Золотая какашка. Потрясающе просто. И новый уровень получаем. Замечательно, великолепно. Значит так, я так и не понял, честно говоря, Skyrim это или не Skyrim, но факт тот, что чувак в шлеме и ассоциации определенные навевает. А, ну все понятно, здесь нужно воспользоваться дополнительной клавишей. Сейчас я это замучу. Во! Вот так вот! Вот так вот это надо сделать. И курочка немножко увеличивается в размерах, после чего наш доблестный викинг зассал и спрятался в кустах. Ну, правильно, так и должно быть. Я бы тоже зассал на его месте, если бы такое увидел. Assassin's Creed. Этот уровень был. Но я тоже не помню, как его... О, смотрите. У меня новое достижение. Жопа. Я могу собой гордиться просто по жизни. Делать это, в принципе, не нужно. Для того, чтобы пройти игру, здесь нужно сделать что-то другое. О, вот! Вот, а значит, когда они на меня злятся, надо прыгать в сток сена. Не-е-е, да. А чё он радуется-то? С ним там такой пердун засел в этом стоке сена. Он же тебя завоняет до ужаса. Ну ладно, он чему-то рад. О, покемон. Ловим покемон. А где паук? У меня катастрофически мало пауков. Я не верю, что я соберу их. Я, наверное, пропустил. Это у нас Fallout. Пародия на Fallout, я узнаю. Вот он, бункер под номером 404. Ну да, самое время забухать, когда такие дела происходят, как в игре Fallout. Что еще делать, правильно? Ну давай, нажрёмся как следует. Итак. Вот надо что-то Ага, понятно, они повысили. Они открыли дверь в бункер и повысили уровень радиации, я понял. Значит, наверное, надо выпить две, а потом заколотить вот это... Чё, сами покончим с собой, типа, или что? А, вот как, такой фоллаутовский Халк. Ну окей. И что? Ну давайте, ребятки, подходите! Подходите, друзья мои! Вот так вот, да. Так, старт. Поехали. Значит, что это такое? Я не узнаю. Я этой игре абсолютно не узнаю. Ну давайте нажмем старт и посмотрим. Что за фигня? А, я должен разрезать, да? Не, я не знаю такой игры, серьезно. Значит, у нас летит арбуз, летит банан и летит... говно. И нам надо, когда нажимаем старт. Раз разрезали, да? Надо по всему попасть, наверное. Два. Четко. Три. А вот этим вот ниндзя заниматься уже не хочет. Не по-ниндзевски это, сами понимаете. Не для того он на сенсея потратил столько времени. Давайте, может быть, тогда... Я ничего не могу поймать. Я плохой ниндзя. А ну, не трогаем. А уровень не пройден. Знаете, что, наверное, нужно? Вот это нужно расчвякать. Вот это, вот сейчас покажу. Арбуз раз, банан два, а говняшку не трогать. Пусть себе летит. Попробуем так. Тоже не про... А что я здесь делать-то должен? Что, я поймать ее ртом, что ли, во время полета? Я не понимаю. Это не по-ниндзевски, я уже говорил. А, вот как! Я понял. Сейчас покажу. Начать заново, смотрите. Короче, гениально. Арбуз мы не трогаем. Все наоборот. Арбуз не трогаем, банан не трогаем. А вот это он прям, смотрите, за милую душу просто готов покрошить. Такой говно-ниндзя. Ну что ж, следующий уровень. Поехали. Дум. Это я помню. Это пародия на Дум у нас идет. Здесь надо оружие поменять и вот так вот, по-моему, выстрелить. И все. Вот этот уровень, я его тупо, по-моему, помню, если я правильно помню, я его помню, да.
Ага, вижу тебя, говнюк. Отлично, забираем. Пятый паучок у нас есть. Бен и Эд. Пародия на Бен и Эд. Тут, по-моему, надо вот как-то вот так вот сделать. Да, 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 да. Ой, давно это проходил, но видите, до сих пор не забыл. До сих пор не забыл. Этот уровень тоже был в краткой PC-версии. А вот это уже что-то новенькое, я не понимаю. Это что? Что, есть такая игра какая-то на PC известная, где надо дельфина кормить? Ну, давай. Ням-ням-ням. 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 Смешной дельфин, реально. Такая пасть у него уматная, конечно. Глаза... Вы его чем-то поете, я так понимаю. Возможно, это не... бассейн не с водой, а с пивом, да? Может, это все пиво, поэтому он у вас такой обдолбанный на вид. Ну, окей. Давайте сразу смотреть, там, покемон-паук, паук-покемон. Никого не вижу, вижу только обычных, вот, вот покемоны сидят всякие. Вот, блин, мог бы и пропустить. Случайно клацнул, окей, повезло. Значит, так, может, по... О, спасательный круг, смотри. Господи, какая радость. А, может, это пародия на игру Subnautica? Может быть, там были такие дельфины просто... Если я никогда в нее толком не играл, не знаю, мало ли. Так, я правда, я не узнаю эту игру, где прям... Вообще, не помню игру с пердящими дельфинами, как-то не задалось у меня. Итак, давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. Лопатка, потом, помимо лопатки у нас... Ага, итак, фермер начинает копать. Фермер копает, фермер вскопал, теперь засаживает. Это, наверное, счастливый фермер, да, я так понимаю, игра? И сейчас вырастет какое-то говно, наверное, мутантское. Вот я так и думал. Я прям так и думал. Уровень не пройден. Это плохо, да? Плохо, что оно выросло. Надо, чтобы оно не росло. Давай еще раз, смотри, вскопаем. Теперь посадим. Но, а теперь мы не будем... Нет, не сработает. Давайте... Я надеялся, что вот сейчас вот на вот этом этапе можно что-то... Камень какой-то непонятный. Кстати, ни паучка, ничего нету, да? Ничего нету. Ну-ка. Лейка, лейка, лейка. Теперь... Нет, нет, чувак, нет, неправильно. Гляньте, я взял подсказку, и подсказка мне подсказывает, что нужно очень часто нажимать на лопатку. Ну-ка. Давайте изо всех сил прям... вот, вот, да, действительно, так оно и есть. Нехило так ты... А что дальше-то? Я думаю, все, на этом можно и закончить. Фермер наработался на ближайшую неделю, наверное. Теперь... вот оно как! Да-да-да, нефть, нефть нашли. Может, это игра Turmoil? Есть такая игра, где нужно за нефтедобытчика играть. И, кстати говоря, да, нету тут ни пауков, ни покемонов. Увы, увы, увы. Следующий уровень. Погнали. О, паучок. Раз. Какой-то старый хрен. Ну, старого хрена мы в коллекцию себе кинуть не можем, к сожалению. Здесь, кажется, надо... Это, кстати говоря, я так понимаю, у нас Happy Wheels. Здесь что-то надо сделать. Но что надо сделать, я уже вот честно говоря, не помню толком. Может, часто нажимать? Часто нажимать. Нет, это не сработало. Тогда смотрите. Может... его надо вытащить. Его надо вытащить. Вот так вот, да? И куда? Вот сюда? О, зашибись! Зашибись. Классная. Очень, очень классная картина. Посмотрите на это. Это просто замечательно. Я прям смотрю, у меня душа радует. О! Ты глянь, вылез. Молодец какой. С кактусом в жопе. Красавчик. Давайте дальше идем. Это у нас симулятор бобровой шкуры. Или что? Что это за игра такая? Шкаф открываем, паука находим. Отлично, это радует. Так, подушки, подушки снимаем. Покемон нахуй. Все прямо находим в этот. А, нет, это надо собрать 3 из 5. Это не покемоны ни хрена. Ну-ка, клацаем, 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 клацаем. А ну сними! Сними нахрен часы! Сними нахрен эти часы, чувак! Не снимаются, не знаю, что делать. Так, ну-ка, еще. Нет! Я больше не знаю. Ну да, конечно, конечно. Как-то я вот на это внимание не обратил. Уровень не пройден? А почему уровень не пройден? Взял еще одну подсказку, он мне тут говорит о том, что надо как-то сжать изображение. Что опять-таки нужно сделать при помощи второй кнопки? Давайте же это замутим. Так, очистить. Смотрите, смотрите, как это делается. Сейчас буду вам демонстрировать. Да какого черта? Не получается. Как только хотел показать, когда хочешь показать, ни хрена не выходит. Вот, берем и вот эту кнопку назначаем, например, на H. И нажимаем Enter. Ну или на Enter, окей, хорошо. Сейв. Сохраняемся. И вот так вот как-то. Оба! Сжали. И оказывается, что это на самом деле какой-то домик. Вон покемон, кстати, прячется, я его вижу. Какой-то замечательный домик, в котором нужно... Кто ты? Что это за игра такая? Мне кто-то может пояснить, нет? Я не узнаю. Пишите в комментариях, что это за игра, я реально не узнал. Вообще, про все игры, которые я тут не узнал, пишите, пожалуйста, в комментариях, что это. Мне все-таки интересно. А это Five Nights at Freddy's.
Вот это я, кажется, узнал. Смотрите, анимат. Да, какой ты страшный, я прям сейчас обосрусь. И еще один, еще страшнее. О, там, по-моему, что-то есть, смотрите. Да, это огненный хвост вот этого чувака. Чика, Чика позеленевшая немножко, немножко набухалась, ее подташнивает, наверное. Да, подо, не надо светить фонарем, блин. Это, кстати, четвертая часть, я так понимаю, если это у него... Что я сейчас сделал? Ну, я зажал у него на голове, получается, и немножко покрутил мышкой. Я, честно говоря, не этого хотел. Я хотел тебя перенести куда-нибудь вот туда, подальше, может. Я вообще не знаю, что я хотел, но в итоге у меня все получилось. Да, ребят, смотрите, смотрите, куда вы, к кому вы пришли домой. Вот так вот. Бойтесь и обоссывайтесь. Вот это вот было. Вот это вот игра была. Паук, кстати, берем паука, замечательно. Эта игра была в тестовой PC-версии. Давайте вспоминать, я уже, честно говоря... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Ой, тут, кажется, надо, слушайте, вы знаете, что тут надо? Я вспомнил, по-моему, здесь надо дойти до 99 и потом нажать на 100, если я не ошибаюсь. Давайте проверим мою, эту самую теорию. 99, 99. Нет, неправильно. А, вот, вот, вот так вот, надо, до 10 надо добить, а потом единицу в бок. И получается 100 и уровень пройден. Все, теперь вспомнил. Следующий уровень, поехали. Так, это у нас Mortal Kombat. Троллишь хим! Ну что ж, давайте троллишь хим как-нибудь как следует хорошенечко. Во-первых, где покемоны, где пауки, никого, ничего, ни хрена. Итак, наносим удар. И это, наверное, будет означать, что уровень не пройден. Да, наша задача, чтобы вот этот вот чувак проиграл. Мы играем как бы вот за этого, да. Не, не получается, не получается. Погодите-ка, еще раз. Опять по новой уровень не пройден. Может быть, надо... Вот как-то вот... Во! Во! Да, вспомнил. Троллялити. Троллялити. И он ржет над ним, у него спущенные штаны. Ха-ха, потому что спущенные штаны, это просто классика юмора, сами понимаете. Все. Следующий уровень. Ну и давайте вот здесь вот уже, наверное, мы закончим и продолжим в следующей серии, потому что довольно долго это все... Только паука возьму. Паука вот возьму. Паука. Паука, не забудь. Продолжим уже в следующий раз. Растянем на удовольствие на парочку серий. Если вам понравилось то, что вы увидели, то... Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите что-то в комментариях, нажимайте на колокольчик, на поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании под видео. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.